Шаг от чистого сердца. В фонд благотворительного марафона «Белогорье Крыму» поступило более 169 миллионов рублей. И несмотря на то, что официально он уже завершен, многие жители области продолжают перечислять средства в помощь братьям-крымчанам. Как прозвучало на недавнем заседании правительства, проверку на солидарность и отзывчивость лучше других выдержали жители Новоскольского, Карачанского, Красноярушского, Виделевского, Красногвардейского и Ракитянского районов. Благодаря этой адресной помощи в подшефном Белгородчине Кировском районе уже начались масштабные преобразования. Но есть среди территорий области явные аутсайдеры. Губкинский и Староскольский городские округа в числе замыкающих в списке участников марафона по объемам благотворительных взносов. Для белгородцев эта акция стала своего рода способом продемонстрировать свою гражданскую зрелость. Призыв помочь в восстановлении Кировского района нашел отклик в сердцах десятков тысяч жителей региона, которые приняли решение перечислить фонд марафона свой дневной заработок. Среди первых – медики Волоконовской районной больницы. К сожалению, мне не удалось ни разу побывать в Крыму, но мне бы очень хотелось, чтобы такая вотчина была доступна для россиян, и чтобы люди, которые живут на данный момент там, не испытывали тягот и бедствий. Лично я, как представитель гуманной профессии, медицинский работник, была рада откликнуться на данный зов. Это рука помощи, протянутая близкому другу, и именно эта помощь поможет развиваться в дальнейшем Крыму. Взносы от предприятий и от трудовых коллективов – основная масса поступивших средств. Но внесли свою лепту и те, кто по зову сердца откликнулся на благотворительную акцию, будучи частным предпринимателем, как это сделали представители малого бизнеса Карачанского района. Что-то внутри ёкнуло, где-то в душе, потому что Крым близок всегда был. Во-первых, отдыхали часто, ездим уже почти каждый год туда ездили. Родственники какие-то дальние есть, там, которых... Ну и хотелось помочь братскому народу, который славяне. Мы всегда русский народ отличался своим благодушием. Поэтому, как узнал, что марафон, моя небольшая организация, я лично, мы внесли свой вклад посильный. Приятно, что мы живем в хорошей области, которая развивается, которая просто красивая. И хотелось бы, конечно, чтобы и наш подшефный Кировский район тоже приобрел что-то, чего, может быть, у них не было до этого. И просто элементарно хочется, чтобы там женщины могли рожать детей, чтобы эти дети могли ходить в садик, получать образование, чтобы могли получать соответствующие медицинские услуги. Просто будет радостно и приятно, если эти люди никогда не пожалеют о том, чтобы вернулись в Россию, что дети будут просто гордиться тем, что они россияне.